Накануне улицы Махачкалы превратились в реки грязи из-за наводнения. Мощный ливень и шквалистый ветер накрыли столицу внезапно. За час под воду ушли большинство горских улиц. Потоп оказался настолько мощным, что прохожих, которым не посчастливилось оказаться на пути у воды, буквально сшибало с ног. К слову, кому-то непогода даже подняла настроение. Автомобили в разных районах города передвигались с трудом. Уровень воды был выше колес. Десятки малых и средних предприятий уже пострадали от подтопления, но официально масштаб ущерба еще не подсчитан. Удар непогоды пришелся также и на горный Дагестан. Так, в результате мощного ливня во многих селах с гор хлынули бурные потоки воды, грязи и камней. Подобная ситуация была в Гумбетовском, Унцукульском, Хасавюртовском, Бабаюртовском и Кумтаркалинском районах.